Сегодня 31 декабря 2000 года. Практически кончается век, кончается тысячелетие, кончается столетие. Не по порядку сказал, но не важно. Так, мы все собрались в ресторане «Журавинка». Кто все, сейчас будет видно. Здесь лицо у меня хватит, уже так немножко сидели. Ну что, с приступ за старый год. Да, да, проводи. А проводи, бежать мы будем полтора часа, вот я пью. Почему уже без потопления? Ну правильно. Главное, провожать будем, вон открыть. Мы будем провожать или накрыть? Кто хочет, повернитесь в мою сторону. Я пока еще могу ходить. Я буду Хорошо, что я кровать открыл.
Ольга. Задумывайте желание быстрее. Отражение на его лице всегда легко от меня.
Новым годом, также ее родственников и друзей. Желаем всем счастья, здоровья, удачи, благополучия с научными пожеланиями для вас, уважаемые, шлейки, милые и родные, подарите чем эта песня. Она очень быстро летит, я не успеваю. Вот это круто! А вот эти высоко летят, мы их во дворе пускал. Я Саня. Тихо! Пошли в стороны! Заходи, заходи. А что они не взрываются там они наверху? Они должны, они просто летят. А у кого-нибудь петарды есть? Марат, не петарды, что? Опа! Дайте посмотреть. Блин, улетает так высоко, я не успеваю даже. А, вот, все ясно. Она когда взлетает, она там должна... У кого-нибудь петарды есть обыкновенные?
было, братуха. Здорово, здорово. Да, это было вообще классно. А вот там состояние. Мазафака! Все? У меня ничего нет, подождите еще. Смотрите там, что творится. А это что, это наш? Я на лома твоему одну ракету дома держу, ему отдам. Слышишь, а сейчас я ему Римус тысячу подарю. Ого! Смотри, как хорошо. О, круто! Вот у Сашки хорошо получилось. Сколько не смогли в нее? Вы туда смотрите, вау! Что это такое красивое у них там взлетало? С небольшим треском. Ага. Мы не успели снять. Назад еще одна римская свеча! Ой! У меня это просрало, отвечаю, она когда дебил. Блин, а тут все... Дёня, сейчас тебя полетит. Стас, а это наше было или нет? Нет. Римская свеча опять. А ты не с того края, наверное, Сашка, зажигаешь? Всё правильно, нет. Теперь уже жги с этого. Она у меня просрала. А помнишь, как у кого-то поджигали с одного края, а вылетало с другого? Не с того поджигаешь. Ой, не с того поджигаешь. Ой, вау! Сашка. Держи по центру, ну ладно. Смотри, как красиво вон там. 14 баксов за минуту. А знаешь, вот этот большой, когда летит, $100 стоит один выстрел. Как-то все обгорело. Чего ты? Чего ты? На небе бесполезно. Да, какая-то это бракованная попалась. Попробуем, может, с другой стороны. Так. Интересно, что самая последняя петарда все-таки не взорвалась. Это да. Сейчас, смотри, все мерцает, как будто молния. А вот видишь, как... Красиво! Мразь! Вау! Это из дворов из этих. Это настоящие, наверное, взрывают. Это эти самые, это... Салют. Вот в том доме, где я живу, на Терешковой, там же очень много военных. И это они это... Это салюты, блин. Все, фейерверк, финита ля. Вау. 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 Ты машина аж дернулась, видел там? Блин, а гуляли, похоже, никаких нигде нету. Город как мертвый. Фу. О, Стас, пошли на проспект посмотрим. Снова открыть, это время летних дорог.
как клопка.